Марина Александровна, мы благодарим вас за участие в нашем конкурсе, посвященном Дню Татьяны, и поздравляем вас с победой. Мы дарим вам подарок от нашего спонсора, магазина «Каприз», где вы сможете найти все для красоты и уюта вашего дома, а также самые изысканные подарки на любой вкус. И небольшой презент от нашего сетевого партнера канала ТНТ. Такая вот фирменная маечка. Это мы вручаем вам. И благодарим вас за участие. Принимайте активную участие еще раз. Спасибо вам большое, что вы выбрали нас. Будем дальше стараться и участвовать во всех конкурсах. Условие конкурса, который объявила редакция Уварского телевидения, придумать короткое стихотворное поздравление для знакомой с именем Татьяна. Именно такое стало приятным подарком для той, кому посвящены строки. «Розовые щечки, звонкий голосок, расти ты, наша Танечка, прекрасным лепестком». Победитель нашего конкурса Марина Филитова работает воспитателем в детском саду «Теремок». Свободное от работы время любит заниматься творчеством. Изготавливает поделки в технике квиллинг. Марина Александровна, поясните, пожалуйста, для наших телезрителей, что такое квиллинг. Квиллинг – это бумагокручение. При помощи, как я говорю своим детям, волшебной палочки, накручивания разноцветных полосок, получаются различные завитки, из которых составляются различные фигурки. Я занимаюсь, веду кружок, волшебный квиллинг в детском садике «Теремок». Дети очень с удовольствием его посещают. Делаем вот такие с ними поделки. Но это не просто поделка, это герб Уварова. А вот вдохновителем на сочинение стихотворения стала для Марины любимая дочка Танечка. Наша Таня громко плачет, уломила летик, мячик, тише, Танечка, не плачь, не утонет летик, мячик. Почему вы назвали дочь Татьяной? Дочку мы назвали Танюшей, потому что у меня в детстве была кукла очень большая, ее тоже звали Танечка. И вот сбылась у меня мечта, теперь у меня есть тоже дочка. И еще в институте очень мы завидовали себя девчонки, кого звали Танюшей, потому что мы всегда их поздравляли, дарили им открытки, Татьянин день. Святую Татьяну также принято считать покровительницей студентов. С 2005 года в России отмечается День российского студенчества. Поэтому поздравляем сегодня с праздником и всех студентов. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».